Сегодня на Брещине активная массово проходит уборочная кампания. Убираются озимые, силу набирает пшеница, рожь, на подходе рапс. Также по ходу обмолачиваются семенники многолетних трав. Все работы ведутся в комплексе. Уборочная в хозяйствах проходит активно и организованно. Вопросы с обеспечением хозяйств топливом, сельхозтехникой и транспортом для вывоза с полей урожая в целом решены. Нужно, как говорится, ловить момент и действовать слаженно, не перекладывая ответственность друг на друга и на неблагополучие. Благоприятную погоду. На сегодняшний день начата уборка зерновых культур. Убрали 268 гектар озимого ячменя. Урожайность составила 56,6 центнеров с гектара. Вот. Ждем дозревания, полного высыхания следующих культур озимых. Ну, я думаю, что это будет рапс быстрее всего озимый. Приступим к уборке. Ну, еще недельку надо какую-то подождать, чтобы было полное дозревание и высыхание. С началом уборочной кампании усилили контроль за сельскохозяйственными предприятиями и организациями агропромышленного комплекса, сотрудники госавтоинспекции по борьбе с экономическими преступлениями, участковые. Проверяют своевременность прохождения техосмотра, комплектность техники узлами и агрегатами, влияющими на безопасную эксплуатацию на дорогах общего пользования, наличие и использование топлива. Задач много, ответственность высокая. Рейдовые группы выезжают для проверки техники по местам их хранения, это механизированные дворы предприятия ХПК. Вот. Проверяется состояние техники, сотрудники ГАИ проверяют физическое состояние водителей при выходе транспорта. Вот. Проверяются склады, как запчастей, так и зерносклады, склады ядохимикатов, то есть их техукрепленность. Также без внимания не остается и физическое состояние водителя, ведь именно от людей за рулем зависит безопасность жизни и груза. А потому каждое утро перед выходом в рейс они проходят освидетельствование, проверяется количество промилле в крови, а также обеспеченность аграриев спецодеждой со светоотражающими элементами. Ежедневно по утрам проводится проверка всех работающих на датчик алкотестер для допуска к дальнейшей работе. Вот. С сохранностью на сегодняшний день практически все объекты оборудованы видеонаблюдением. В тракторах для устранения хищения топлива установлены датчики контроля за топливом, прослеживаются маршруты движения всей техники, закреплен есть диспетчер, который следит за этим. Просто в онлайн-режиме в любой момент я могу увидеть, узнать, где техника находится, стоит, либо она двигается. Сотрудники госавтоинспекции ведут пристальное внимание за техникой, участвующей в уборочной заготовительной кампании. Особое внимание уделяется выпуску на линию транспортных средств. И длительное внимание уделяется прохождению освидетельствования водителей перед выпуском участия в дорожном движении. В настоящий момент на территории города Бреста и Брестского района водителей в состоянии алкогольного опьянения, участвующих в уборочно-заготовительной кампании, не выявлено. А это говорит об ответственности, с которой комбайнеры и водители машин подходят к своему делу. Но стоит напомнить, что нетрезвого водителя с показанием от 0,3 до 0,8 промилле оштрафуют на 100 базовых величин, без прав на 3 года. Более 0,8 промилле на 200 базовых и 5 лет лишения права на управление. Поверьте на слово, рисковать не стоит.